В переулке было холодно и пусто. Мои вещи ждали меня там, где я их оставил. Мое пальто, мои ботинки, мои перчатки без отпечатков, мое лицо. Надев их, я сбросил маску и стал собой. Свободным от страха и слабости, от похоти. В переулке услышал женский крик. Первая булькающая нота в вечернем городском хоре. Попытка изнасилования или ограбления, или того и другого. Мужчина обернулся, в его глазах было что-то воодушевляющее. Иногда ночь щедра ко мне. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Улицы – продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят. Спаси нас! А я прошепчу. Нет. Скоро грядет война. Миллионы сгинут в боли и отчаянии. Почему одна смерть ценнее столь многих? Потому что есть добро и есть зло. И зло должно быть наказано. И даже перед лицом Армагеддона я не пойду на компромисс.